Завод «Агроиндустрия» расположен на территории, где производят сельхозтехнику с 1946 года. Производство включает в себя 4 цеха и большой складской комплекс. В первом цехе осуществляется плазменная резка и токарная обработка деталей. На заводе «Агроиндустрия» работают только высококвалифицированные специалисты. Стаж большинства – более 30 лет. Во втором цехе изготавливают и красят рамные конструкции барон ротационных кольцевых. Третий цех – это цех изготовления колец. Так как это самый важный элемент бараны БРК, в данном цеху работают лучшие сотрудники завода и осуществляется повышенный контроль. Итоговая сборка барон ротационных кольцевых производится в четвертом цехе – цехе контроля качества. Мы находимся в цехе, где все орудия перед отправкой проходят контрольную сборку. Мы гордимся своими орудиями, особенно их качеством. Вот посмотрите, одной из особенностей наших орудий являются двойные кольца. Если одинарные кольца почти сразу мнутся и выходят из строя, наши надежно работают. Поэтому на механический износ колец мы даем гарантию 2 года. Приоритетом для нас является качество наших барон. Вот посмотрите, к примеру, вал выточен из цельного металла. Надежные подшипники европейского производителя. Также конструктивно усилена рама, что существенно увеличивает срок работы бараны. После цеха контроля качества бараны ротационные кольцевые упаковывают и отправляют на складской комплекс, откуда они отгружаются покупателю. Бараны ротационные кольцевые БРК работают во многих хозяйствах России и Казахстана. Записывайтесь на демонстрационный показ на сайте или по телефону 8 800 551 20 92 и проверьте наши бараны в работе.